Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, мои дорогие. Что надо сказать, Дим? На каком вы канале? Правильно. И сегодня у нас старая народная русская игра «У медведя в бару». Эта игра позволяет тренировать как крупную моторику, так и мелкую моторику, наши пальчики. И самое интересное, что игра очень незатратная. Вы можете воспользоваться подручными средствами, вырвать из бумаги грибочки и ягодки. Тем более, мы еще эту игру немножко усовершенствовали. Мы, во-первых, можем закрепить знания грибов, под осину идти, под березы. Какие еще бывают грибы, белые грибы бывают? Бывают. Потренировать счет и закрепить некоторые ягодки. Давай попробуем, Динь. Попробуем. Кто у нас будет злой Миша? Кеша или Тучка? Тучка. Так, Кеш тогда убираем. Кеш прощается со всеми. Оу. Прощается Кеша. Куда вас он? Так, мы с тобой сейчас раскидаем грибочки в обору. Так, у тебя будет корзиночка. Ты в корзиночку будешь собирать грибы. Друзья, мы еще забыли сказать, что эта игра позволяет тренировать у детишек скорость реакции. Динечка, смотри, пока не собираем. Давай, это у медведя бор. Иди туда, держи корзиночку. Иди туда и выходи из кадра. Сейчас мы с тобой будем стихотворение рассказывать. Все, Тучка спит. Заходи сюда, потихонечку будем собирать. Рассказывай стихотворение, заходи сюда. Тучка спит, давай, собираем и рассказывай стихотворение. Держи корзинку. У медведя в бару. Чего делают? Не беру. Давай собирай, пока медведь спит. И считать будем, сколько собрали. Один. Вот. Это подосиновик? Да. Один подосиновик. Это что? Два. Это клубничка. Два. Три. Это у нас подберезовик. Друзья, коричневая шляпка, подберезовик. Так. Спит еще, спит. Спит. Собирай, собирай. И давай еще. Еще подосиновик с рыжей шляпкой, пока не проснулся. Клади. А медведь сердит, на меня рычит. Убегаем, убегаем. Всем, всем, кто мои грибы, ягоды забрал. Друзья, видите, Тучка проснулся и погнался за Диней. Но мы-то грибочки не дособирали с ягодками. Тучка опять лег спать, а нам надо тихонечко все дособирать. Какая это ягодка? На какую похожа? На малинку? Да. А у нас с коричневой шляпкой какой грибочек бывает? Коричневый. Коричневый. А какой? Вспоминай, в лесу какие грибочки? Подберезовик, может быть? Да. А еще если толстая ножка, то это и белый гриб. Такая у нас интересная игра была на развитие моторики, скорости реакции, счета, видов грибов и ягод. Старая народная, у медведя в бару. Ну а в следующий раз будет очередная развивающая игра. Так что подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Как пальчики вверх? Оставляйте свой полезный комментарий. До новых встреч, друзья! А ты это сам видишь? Теперь Тучка. Теперь Тучка. И кто еще должен? Денег.